Чтобы была дом в Москве, дача под Москвой. Боже. Чтобы дом на Черном, в Тбилиси или где-нибудь это самое, в Баку, дача под. И чтобы 28 сантиметров. Бедный Лезгин. Он начал считать. Ну, слушай, дом в Москве есть. Но 28 дача под Москвой тоже есть. Дом на Черном море есть, дача тоже. Ну, не совсем достроенная, но сделаем. 28 сантиметров? Ну, понятно. Нет, резать не будем. Это истинный Лезгин. Виктор Иванович, это истинный Лезгин. Валет, два Лезгина. Здесь национальный вопрос не понимаю вообще, я что? За мой тост. Да, здесь национальный вопрос вообще не надо поднимать. Мусульман, я же мусульман. Как мы сели на Лезгин, слушай, ну да, что? Вопрос поднимать не надо, надо поднимать. Че? Ну понятно. Хорошо сказал. Сейчас мы эту Лезгин удалим отсюда. Ищи пар за пар. Нет, мы ее удалим сейчас, я даю играть. Простите, уважаемый коллега, мы немножко так вольностью позволим. Вас не шокирует это? Извините, а? А то все-таки, знаете, мы с вами... воспитаны были. Нет, все надо. Ничего, да? Нет, но все правильно поняли. Все правильно поняли. Только Ветер Владимир. Только Лезгине два раза улыбается. До Лезгина еще не дошел. Все поняли, вот кроме него все. Вот он когда ему дойдет, и все, он будет смеяться. Так я договорился снимать этот тост под какой залог? Что вы... Лезгинский залог. Нет, что вы споете, что вы что-то споете. Как вы сказали, все. Да. Иначе я сейчас на ваших глазах отматываю пленку назад и стираю не, это не, все. Не, так, пьем, закусываем и пьем. Поем. Даже не буду. Да, поем. Пью, и Лезгинский приступает. Так, ну, значит, кто дирижер? Просовывай сюда, в кадр, что-нибудь просунь в кадр. Дирижер, просунь в кадр. Вот. Начали. Поехали. Пой, за сюда и за этого парня, давай. Да. Без обмана, без обмана. Без обмана, пой. Поехали. Слова народные. Да. Песня тоже народ. Да, слушаю вас. Нет. А что я буду делать? А, слушай, хорошо. Два приятеля, короче, сидит и разговаривает. Один играет. Отстаёт. Ты что, вчера... Все, загудел. Народный артист Азербайджанской республики. Лезгинской республики! Да. Лезгинский исполняет что? Слава Лезгинская. Да. Поехали! Поехали, обмануть нельзя теперь. Нет. Ой, музыка свой. Давай, пошел. Разве? Sen deri çöpünse sen hamama para zalır. Orada mı yersin? Я стираю сейчас. Не, стирать не надо, разложить его. Давай. У нас тоже был такой Влад... Владимир или что? Давай пой! Что ты мне зубы заговариваешь? Пой давай! Постой, ханым, постой, играешь за мою матушку. Я не знаю, клянусь, не знаю, что сказать. Что я сейчас сказал? Сейчас. Пленка идет, пленка. Ну идет, это хорошо идет, но давай. Нас снимаете, все равно давай, там давай. Кто-то есть. Так, идите, дети, отсюда, идите, дети, мои хорошие, идите отсюда. Дети. Дядя будет разговаривать. Идите, дверь закрывайте. Виктор Владимирович, вот. Виктор Владимирович, снимите меня, я вам спать. О, давай. Вот он знает, а потом я подумаю, я спать. Он опять, да? Нет, Гаш, положи нас направо. Во, все, не надо, нет, все, нормально. Шоу народ, песня тоже. Поет исмаильский джигит. Поехали. Виктор Владимирович. Пленка идет, дорогая пленка, начинайте петь. Поет калстанский джигит. Давай, джигит. Да, вот сейчас начинаю. Да. Он слава много. Перхман, ну, блин. А, Леха, он узун. О, Vah gelik bahar çağlayırsılar Yadından çıxmayıb sevgin ölməsi Yadından çıxmayıb sevgin ölməsi Gönlərə
söyleyir, gönüller söyleyir, kuşların sesi. Gönüller söyleyir, kuşların sesi. Ay senin eşkinle yanan gözlerim, görmenim halıma bakan kim oldu? Sözleri bilmem diyem yürekten, ay sözlerim bilmem diyem yürekten, ay Mirza kardeş. Bazanı deyirəm ürəkdən, sənə qurban olsun mənim canım. Ay da, 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 aman ay. И запомнил. Ай, зачем арба скрипит? Ай, зачем комар летит? Комар летит, на нос сидит. На нос сидит, за нос кусит. За нос кусит, шишка будит. Ай, зачем? Бывает учитель ученика говорит, Абдрахманов, да, я вас слушаю, господин учитель, до революции это было. Расскажи басню, басню «Варьон и лисиц». Басню «Варьон и лисиц», сейчас помню. Не знаешь, да? Не знаешь, но подожди, тебе не ставь двойка. Ну давай думай быстрее, сейчас, сейчас, сейчас. А, все, вспомнил. «Варьон и лисиц». А, однажды варьон летел, летел, сыр увидал. Сыр кусок пиндыр по-узбекски схватил, на дерево сидел, начинал кушать. В это время лисичка хвост трубом держал, сыр увидал и говорит, ай, варьон, какой ты красивый, и, наверное, голосок у тебя английский. Спой, говорит, немножко. Лисица говорит, нет, петь не будем, мы басню Крылова знаем. Ну, немножко спой. Наконец, долго очень просил. Варьонин женским сердце растаял, она как крякнул, сыр упал, лисичка сыр хватал, хвост трубом держал, в лес уезжал. Отсюда морал. Если с кем-то ведешь беседу, если сыр кушаешь, ни с одним сволочем не разговаривай. Значит, вот стрекозелка и муравей. О, это отлично. Однажды стрекозелка целым летом гулял, с лейтенантчиком ходил, потом с площадкой бегал, а когда зима пришел, кушать нечего. Стучится кибитка муравейки, а муравейки опусти немножко погреться. Он говорит, ананга сыгит, а ты где был летом? Я, говорит, немножко ходил, потом с площадкой, с лейтенантчиком говорил, уходи, Кивен Иван, ничего не дам. Отсюда морал. Если хорошо жить хочешь, за председателем колхоз замуж выходи. Я вас попрошу, подтяните носки, а то они у вас немножко сползли. Thank you.
стакана пью. Ну что ж, мы переходим к заключительной фазе, поэтому пусть наш жизнь нашего младенца будет столь же сладким, столь радостным, столь сладким, как и тот торт, который пускай внесут сюда. Аплодисмент! Еще 9 Вот это вот. Хабил 9 Yoksa bu zaman danışalım. Ben 9 dedim sen çözersen şeyden bırak. Dünya senindir. Küçük bırak. Tahta gelip böyle bir sen dünya senindir. Tahta kaynayacak bu. Ne yere saldın? Ekese. Size burada boş yeri var. Tahtanı arıyorum. Bunun söylediği bir şey yere saldı. Başlayın. Zaporojişne. Murat görüşmek. Кто может крупным планом слюни пустить? Слюни. Ну пусти слюни. Он сейчас шаг. Вот кто режет, наверное, с того совсем. Потекли уже все вот сейчас. Ложки нету, ёлки, что делать? А вот. Один тахта смог бы, но его здесь нет. Один тахта смог бы, его здесь нет. Не на нос грамм. Ничего, он еще. Не тахта, поехали. Поехали, доктор, два. Эля, Дима, сэна майсур кезэр. Что это? Майсур кезэр, Эля, Дима, Эля. Кими? Ай, о, Дирки. Ufak hanım maaşını hemşekten. Ben gittim burada çay getireydi. Ne? Bu telefonu getirdi. Sen öyle değil mi? 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 Yok. Sen öldü, gir. Ne? Maaş yazdı. Ne? Bak. Onu böyle oynadı. Ben maaş yazdı. Bak. Bak. Ben size and için. De ki, bak ha ben korktum. Ben de şirin çayda, çay getirdim. Çörmüyor. Ne izliyor? Bu çörmüyor. Senin laf kalman nasıl eğlendi? Ne soruyorum ben? Yalan diyor. Ne? 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 İşini kimsin ya? Dedim vah hele. Yok dedim ben o burada işin yarısı. Dedim vah hele sen bize getireceksin. Yok yok gitti. Bu gelince mi? Değil 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 mi?
Dir mənə icazə verəm. Ay haydi. Mən ona bir ona icazə verəm. Eşək kimi işləyir. Gəl. 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 Все серии начинают есть торт. Все серии начинают есть торт. Бросайте салфетки распространять. Садитесь есть торт. Народ не забывает. Едим торт. За праздничный стол, за хороший торт и за чай. Слово говорят. Пьем за хороший стол, за хороший торт, за хороший чай, за хороших хозяев, за гостеприимство. Спасибо. Чтобы у них было все хорошо, и дай Бог им здоровья. Самое главное. Спасибо. Спасибо. Так, у меня есть вопрос к прекрасным дамам. Вот, в частности, к той, которая сидит против меня. Скажите, вы любите торт? Я к вам обращаюсь, да-да-да, любите, она, да? Она из колхоза 40 лет без урожая. Все-таки к вам вопрос. Вы любите сладкое? Так что для вас слаже, торт или объятия любимого мужа? Что слаже? Объятия любимого мужа. Конечно, торт, скажите. Ваш ответ. Ну, торт сладкий, конечно, о чем разговор. А, ну скажи что-нибудь. Ну, кто ей поможет? Кто ей поможет? Ну-ка, сосед. Вы же не сосед, вы сосед. Вот, сосед. Носки поможет. Надо сказать, что вы другое. Ее сосед. Вот я так, повторяйте другое. Мужчины, а мужчины, я вас перебью, извините, пожалуйста. Где мужчина? За то ли бесцеремонное вторжение. И то, и другое. Сначала мужское объятие для женщины приятно, а потом повторение пищи, то есть хорошую пищу. Вы подтверждаете? Подтверждаете? Дика, Дика, ты подтверждаешь? Все, верю. Печат поставили. Плохо. Сейчас я вам буду нашим. Почему? Сами говорят. Сами говорят. Так, дорогие мои друзья, мое время кончилось. Я прежде чем отправиться... Доктор Владимирович, ради бога, подошуйте с нами, ничего не случится. Скучно будет смотреть пленку, будет повторяться. Дайте мне сказать... К нам не будет ничего повторяться. И все-таки, и все-таки. Дорогие друзья, должен честно сказать, я не часто бываю в таких компаниях, где такой дружный коллектив, где мне приятно с вами работать. Спасибо. Поэтому не только вы должны меня благодарить, а вы пока не должны меня благодарить, пока не посмотрите пленку. Вот когда посмотрите, да. А я благодарю вас за хорошую компанию. Спасибо. Я сейчас увожу пленку в затемнение и хочу, чтобы вы мне все на прощание махнули ручкой. Спасибо. Спасибо. Родной мой. Все, бомбино. Мою руку видите, да, Виктор Владимирович, мою руку видите. Что так лучше сделать? Буратино. Буратино? Вон Буратино. Витька Буратино. Ну все, хорош.